А вот что мне как-то рассказали. Пробует, значит, контролер слепого пса научить на задних лапах стоять. Пробует, а зомби ему и говорит: «Да брось ты это дело. Он ведь сейчас не слушается тебя нифига. И потом не послушается». А контролер ему: «Цец ты! Забыл, сталкер, как ты сам вначале выеживался». У нас во взводе один был. Так тот как отмочит. Вот, например. Ну, прибывает как-то на кордон к блокпосту генерал. И спрашивает у одного из срочников: «Ну, сынок, как служба?» «Ничего, товарищ генерал, привыкаю». «Представь, солдат, ведь ты теперь защищаешь людей от зоны. Как сюда попал? По собственному желанию». «Ну, я согласен, что людей надо от зоны беречь». Генерал улыбается: «Какой сознательный солдат попался». А тот и дальше: «Я и военкому 100 раз говорил, нечего мне в зоне делать». А он, сука. Короче, слушайте. Говорит как-то генерал рядовому: «Я так вижу, рядовой, ты что-то охрененно умный». Тот такой: «Кто я? Ну так не я же». Короче, слушайте. Пришел вертолетчик на медкомиссию. Ну, раздели его, осматривают. Потом начали расспрашивать, а он, значит, отвечает: «Рост 190, вес 102, спирометрия». «А это что за фигня?» «Ну, выдуваешь ты сколько?» «Да литр 2». «Странно, маловато что-то». «Да и в карточке написано 4». «ДКТ. 4 только по праздникам». У нас во взводе один был, так тот как отмочит. Вот, например, заблудился сталкер, идет по лесу, значит, и кричит: «Люди! Ау! Эй, кто-нибудь!» Вдруг его шлеп сзади по плечу кто-то. Он, значит, оборачивается, а там здоровенная такая страхолюдная тварюга. И говорит ему печально: «Ты чего тут разорался, а?» Сталкер: «Так я это, ну того, ну, заблудился я. Думаю, может, кто-нибудь услышит, вот и кричу». Тварюга вздыхает: «Ну, я услышала. А смысл?» Короче, анекдот цивильный. Столкнулись, значит, в зоне как-то две Нивы. Из одной 4 сталкеров выскочили, из другой не меньше. Ну, в общем, слово за слово, мордобой пошел. Потом пальба началась. А в кустах у дороги сидит контролер и радуется: «Да, не пропал денек зря. Сейчас дружбанов на шашлык соберу». А вот что мне как-то рассказали. Солобон в вещевке жалуется: «Товарищ прапорщик, а че мне фигню какую-то выдали? Штаны до колен, рубаха болтается, а рукава короткие, берцы вон сами слетают. Я тут в зеркало посмотрелся, страшно стало». А прапор ему: «Все путем, солдат, все как надо. Запомни, мы должны внушать врагу что? Правильно, страх». А вот что мне как-то рассказали. Генерал поучает штабных: «И запомните, очень часто после проверки боем оказывается, что надежный тыл на самом деле является беззащитной жопой». Короче, анекдот цивильный. В небе столкнулись как-то наш и американские спутники. Американцы врут, что их спутник был не шпионским, а наши врут, что наш спутник был неуправляемым. Короче, слушайте. Значит, двое рядовых решили подколоть прапора. «Товарищ прапорщик, а вот что тяжелее, килограмм ваты или килограмм железа?» «Ну, конечно, килограмм железа», — говорит прапорщик. «А вот и неправильно, одинаково. А я вот сейчас дам тебе по голове сначала килограммом ваты, а потом килограммом железа, а там посмотрим». Короче, анекдот цивильный. В военном городке к генералу приходит жена капитана и говорит: «Товарищ генерал, я нашла в кармане у мужа лифчик. Ну, как мне быть? Давайте мне, я сам разберусь». Вечером генерал возвращается домой,
забытый в кармане лифчик находит жена. «Дорогой, ты такой шутник, а я все думаю, где я его оставила?» А вот что мне как-то рассказали. Дрючит, короче, командир блокпоста срочника по уставу караульной службы. «Слушай сюда, Иванов! Стоишь ты, значит, на посту ночью. Вдруг видишь, к тебе что-то темное подползает. Твои действия!» «Так это вас, товарищ командир, домой отнесу». Короче, анекдот цивильный. Приехал, значит, новый полкан на часть. То да сё, перекур. Он с офицерами в курилку. Ну и там анекдот рассказал. Все смеются, а один летёха нет. Он ему и говорит: «Слышь, лейтенант, всем смешно, а тебе нет? Так я не из вашей части, товарищ полковник». Короче, слушайте. Проходит как-то прапор медкомиссию. Врач глазник ему: «Левый глаз закрой. Какие буквы видишь?» Прапор молчит. Ему опять: «Левый глаз, говорю, закрой. Какие буквы?» Прапор молчит. Доктор не врубается: «Ты что, вообще слепой?» «Не, доктор, не слепой. Эти самые вижу четко. Только не помню, как называются».